70 молодых елей и сосен будут расти у здания управления МВД России по городскому округу Саранск. Сотрудники полиции присоединились к акции в знак благодарности участникам войны и труженикам тыла. В стороне от добрых дел не остался начальник управления Андрей Балачинцев. Его примеру последовал личный состав, а также члены общественного совета и ветерана. Эта акция посвящена памяти тем, кто защитил родину от фашизма. Каждое посаженное деревце символизирует именно тех людей, которых сейчас в живых нет, но память о них будет жить вечно. Акция посвящена юбилею Великой Победы. Минутой молчания сотрудники полиции почтили память о подвиге миллионов солдат. Участники отметили, важно не только самим помнить события тех лет, но и передавать знания молодому поколению. Ирина Пятина, Народные новости.